Привет, друзья! Сегодня я на интересном очень семинаре, посвященном технологии NoTeal в Агросоюзе. Мы в Днепре. Много, как всегда, много друзей встречаем, которые мы здесь познакомились в прошлые годы. И появляются новые знакомства этого года. И одно из таких знакомств, на которое на меня лично произвело большое впечатление, это с Карлисом Мауриксом из Латвии. Правильно. Мы сейчас находимся в таком непростом времени. Мы знаем, карантин, масочный режим, есть проблемы при пересечении границ, при передвижении. И, Каулис, у меня большое впечатление произвело то, что несмотря ни на что, ты здесь. Да. Как тебе удалось преодолеть все вот это? 3 недели назад первый раз смотрел ваш ролик по поводу NoTeal, сериал Амазон. После недели смотрел ролик и видел, что вы используете сериал Агросоюз. И позвонил в компанию Агросоюз и дал вопрос, сколько стоит сеялка. Потом ответ был, что «Уй, как жаль, что вы не смогли приехать, у нас семинар по NoTeal технологии». Я подумал пару часов и нашел, что я могу ехать с машиной в Вильнюс, полетать в Киев. Конечно, мне надо было сдать в тест в Латвии перед въездом. Надо было сдать тест, Киеве показать тест, что я негативный. И что? Через неделю я здесь. При пересечении всех границ надо было сдавать тест, да? Да. Это тот случай, когда есть желание, 100 возможностей. Нет желания, 100 причин. И само участие твое здесь вот для меня приобрело какие-то новые краски. Потому что я понимаю, что люди, когда стремятся к знаниям, какой-то новой информации, преодолевают все. Да, конечно. И когда я буду обратно в Латвии, мне надо 10 дней сидеть дома. На самоизоляции. То есть опять. Цена участия в этом событие высокое. Высокое. И тем не менее ты пошел на это. Да, конечно. С чем это связано? Контакты. Контакты и новая информация, которую я приобрел. Это, я думаю, что будет хорошая инвестиция. Это стоит того, да? Это стоит. Мое время стоит того, что я был здесь. Какие впечатления от этого мероприятия? Что это есть будущее Латвия тоже, работать более с органикой, более с полями и более экономический вид тоже это есть, работать на NoTeal. Я часто у наших друзей из Прибалтики задаю вопрос, что явилось причиной вашего присутствия здесь, потому что когда мы встречаем людей, у которых недостаток влаги, им легче сделать этот шаг. А у вас как будто влаги много. Что у вас было тем толчком, который вот толкнуло весь интерес? Меньше техники. Меньше техники, меньше работников. И я думаю, что более целеобразные инвестиции, которые на 10 лет там откупаемость огромная. Что скажете по вот, отношению к почве? Вот, это для вас важно? Важно. Важно, потому что очень пыль есть тоже летом. Видел пыльные бури, да, даже да, у вас? Да, да, даже, да. Есть такой там период, Латвия, когда где? Там 3 недели нету дождь. Да. Ветер? Да, и ветер носит, да. Пыль, да. То есть защита от деградации для вас тоже актуальна? Да, конечно. Если говорить о вашей практике, у вас есть земля? Да, 300 гектаров. И вы стоите на распутье. Каким путем идти, да? Сейчас буду производить первый раз сеять что-то. И у меня есть путь идти в классику, идти в NoTeal. Да. Так что я буду сеять первый раз. Да. У меня есть отличные возможности покупать и инвестировать в NoTeal или классику. Вы стоите на распутье. Да. Пойдешь в одну сторону, у тебя такие последствия, идешь в другую, и ваш выбор? NoTeal, конечно. Супер. Когда мы видим, что в Латвии такой интерес к NoTeal, у людей, которые начинают, и которые, наверное, вам легко это делать выбор, потому что вы мозги
не зашорены ничем другим, да? Или это более сложный процесс? Это более сложный процесс, потому что, ну как, математика первый. Так. Надо посчитать. И тогда экономика – это экономика, прежде да. всего. Прежде всего, да. И но если... долговременная экономика. Да. Что я буду получать после 7 лет? 5. То есть подход прагматичный. Да, это не эмоции, да. Это не под влиянием каких-то высоких идей, да? Нет. Экономика, а дальше все остальное. Когда вот есть такой подход, когда есть такое взвешенное отношение к делу, я думаю, это пример для многих людей, которые находятся в арендном бизнесе, при выборе пути, как подходить к выбору этого пути. Каулис, а в Латвии государство как-то влияет на выбор технологии обработки почвы или отказ от обработки почвы? Да, в Латвии, если ты обрабатываешь монокультуру, тебе есть платеж 120 евро гектар. Это если, дотация? Это дотация, субсидия, да. Да. Если ты обрабатываешь свои поле и 25% у тебя есть другая культура, ну, пшеница и рапс. То есть маленький хотя бы севооборот. Да, тогда ты получаешь дополнительную субсидию 40 евро. Но если ты оставишь остатки на поле, тогда еще 40 евро. Так что, грубо, 220 евро субсидии есть, если ты не обрабатываешь. По классике. То есть, смотрите, какая ситуация. Я вижу, что у вас в Латвии выгодно не обрабатывать. Если за удовольствие обрабатывать, надо еще и платить. Ну, это, да, ты да, меньше да, получаешь дотацию. Меньше получаешь дотацию. А если ты не обрабатываешь, это поощряется. Да, да, да. Так что я вижу, что в рамках 7 лет это будет более и более выгоднее не обрабатывать по классике, а обрабатывать no-till. И еще надо смотреть, как получать, что ты работаешь в органике, как биологический, тогда еще будет платеж. То есть это еще большие субсидии, когда ты занимаешься органическим земледелием, да? Да, да, да. Сейчас надо... А представляете, что будет, если будет органический ноутил? Это субсидия в квадрате. Да, 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 да. Меньше затрат и доход. Да. То есть это и экономически выгодно, и в то же время государство еще поощряет идти в эту сторону, да? Да, да. И самое главное, что надо произвести. Ты не можешь только посеять и забыть получать. Надо. То есть есть контроль? Есть контроль. Это не так, что ты только продекларировал, нет. Я не обрабатываю, и забросил, забыл. Нет. То есть ты должен посеять и убрать урожай? Убрать урожай. Как пример, если ты от гектара ты не получаешь 400 гектар, ты не можешь покупать оборудование с субсидией. Если а на оборудование тоже есть субсидии? Да, конечно. То есть, если вы захотели ноутил сейлку приобрести? Да, 50%. 50% стоимость? Да. Ну, почему не работать? Вернее, почему не обрабатывать? Да. Это выгодно? Это выгодно, но, конечно, 400 евро за гектар ты должен зарабатывать от гектара. То есть, не просто ты должен осваивать деньги, ты должен экономически быть эффективным. Да, да, да. Ну, отлично, отлично. То есть, большие задачи и большая помощь в этом направлении. Да, и много что думать. Да, конечно. Тут появляется время думать. Да. Я желаю вам успеха. Хочется пожать руку, но мы сейчас уже находимся в карантине, поэтому новые у нас традиции. Да. И надеваем маски опять. Да, идем. И опять надеваем маски и идем получать знания дальше. И вы знаете, соблюдать даже масочный режим не так сложно, как это кажется, когда вокруг тебя даже есть люди, которые прошли через это. И поэтому твое отношение к этому делу, к масочному режиму, к дистанции, оно дает другим людям, которые участвуют в таких мероприятиях, сигнал о том, что люди здесь адекватные, переживают не столько за себя, сколько за окружающих. Итак, одеваем маски и идем. Да, идем.